Сегодня подписан приказ об увольнении директора Красноярского музейного центра Михаила Шубского. Соответствующий документ опубликован на сайте учреждения. Сам Михаил Шубский подтвердил, что сегодня его последний рабочий день. Основание для увольнения – пункт 2 статьи 278 Трудового кодекса. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя. Михаилу Шубскому выплатят компенсацию в размере 3 средних заработных плат, а также компенсацию за неиспользованный отпуск. Напомню, история с увольнением руководителя культурно-исторического центра вышла за пределы учреждения после того, как сотрудники написали в защиту своего директора петицию. Известно также, что имя нового руководителя, возможно, объявят уже в начале февраля. До этого момента исполнять обязанности директора будет один из сотрудников музейного центра. Кто именно, пока не разглашается.